Что, ребята, я снова приехал в Крым. Сегодня у нас 15 августа. Сейчас я в Ангарском перевале, вы можете наблюдать, собственно, за тем, где я нахожусь, за красотой этих мест. Я передаю всем привет, всем своим друзьям, всем своим знакомым. Вот, всех, кто смотрит наш блог. Вот, я залез на какую-то фигню. Вот, и тут, конечно, очень красиво, но, собственно, как и всегда, куда я лазаю, всегда очень-очень красиво. Я это абсолютно всегда фотографирую. Не всегда, конечно, получается, но все-таки. Вот, сделал такое приспособление, чтобы самому себя снимать. Я не знаю, насколько, но у меня это получилось. Потому что приходится снимать и против солнца. Вот, и не знаю, штатив ли, не дергается ли он сильно, как это вообще будет выглядеть. Ну, я, конечно, посмотрю, что-то, какие-то детали я вижу вон там у вас вот в отражении. Вот, это мой первый чистый день, вот 15-й, я вчера приехал, чистый день вот сегодня. Замечательно, прям с утра проснулся, оделся, в Алушту, на троллейбус, к Ангарскому перевалу и давай, короче, лазить по горам, фотографировать, все такое. Мой друг Валеры, как бы передает вам привет. Ваня, тебе тоже наш друг передает привет. Вот, не скучай без него, помни. Вот, смотри, где он как бы лазит. Может быть, тебе как-нибудь тоже потом предстоит вот, увидеть всю эту красоту. Вот, так что давай расти большой. Вот, всем остальным привет, здоровья, счастья там. Кому я обещал что-то привезти из Карелии, я не привез. Не надейтесь, не получилось, не вышло. Кусок, тебе это отдельный привет. Мы с тобой хорошо зажгли в Карелии. Вот, я надеюсь, так же неплохо я зажгу здесь. Только без алкоголя, сигарет и прочих. Прочих гадостей. Так что мир, дружба, плавленый сырок. Всем пока. Где кнопка-то, блядь? Блядь, где кнопка?